Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня, ребята, мы поиграем в новую потрясающую игру Leos Fortunes. Очень, ребята, классная и прикольная игра. А я вам пока, ребята, хочу рассказать маленькую предысторию этой игры. Я был Леопольд Золотой. Леопольд удачливый. Меня звали великим изобретателем великих изобретений. Но когда мое богатство украли, я стал просто дураком. И здесь была хитрость, ведь вор рассыпал в лесу мое золото, как крошки хлеба. Я убежал, оставив жене записку. Дорогая Матильда, я ушел ловить вора. Надеюсь вернуться к ужину. Твой Эл. Ну что, ребята, поможем нашему Лео найти свое золото. А вот и наш Лео, ребята. Ой, посмотрите, какой он прикольный пушистик. Какие у него прикольные усы, ребята. Ой, он даже может надуваться. Ребята, мне даже знаете, кого он напоминает? По-моему, он похож на дедушку красного шарика. А как вам, ребята? Понравился пушистик Лео? Если да, ставьте лайк. Ой, какие прикольные весы. Так, наберем разгончик, отлично. Yes. Да, ребята, я вижу, у нас на пути будет очень много опасностей и препятствий. Вот это да, вот это трюки. Так, Лео. Прыжок, отлично. Хо-хо. Ребята, а вы заметили, посмотрите, какая здесь классная графика в этой игре. По-моему, очень классная и прикольная игра. How it works. Ребята, а вам, если понравилась эта игра, обязательно поставьте свой лайк. Уху, посмотрите, какая качель. Так, собираем золото. What's this now? Ой. Ого, посмотрите, как Лео наш надувается. Давай, давай, Лео, еще чуть-чуть. Отлично. Теперь нам нужно запрыгнуть вот сюда и перепрыгнуть. Вот так, хорошо. Ой, и снова у нас темный тоннель. Собираем все монетки, чтобы наш Лео снова разбогател. Так, закрыто. Что же будем делать? Давайте попробуем вот так. Вот, давай, давай, Лео. Какой же он прикольный. О, надувайся, надувайся, Лео, давай. Нам нужно открыть выход. Попробуем спуститься вот сюда. Ой. Вот так. И здесь много опасностей и препятствий. Вот это повороты. Где же это мы есть? Наверное, ребята, в каком-то подземелье. Ой, а внизу здесь течет опасная горячая лава. Как бы нам здесь не упасть? Ого, какие огромные колючие шары висят. Так, что это за камень огромный? Давайте попробуем его сбросить вот сюда. Ой-ой, ребята. Немного у нас не получилось. Попробуем еще разок. Осторожней, Лео, осторожней. Вот так.
Ой, ребята, посмотрите, наш Лео даже умеет летать. Молодец. Вот это да. Так, а как же нам здесь? Вот так. Ух ты, отлично. Так, ребята, мы перешли на второй эпизод. Ловушки и шипы. Посмотрим, что будет здесь. Окей. Так, и снова мы в ущелье. Ой-ой-ой, давай-давай, нам нужно опуститься. Еще прыжок. О, не получается. А если еще чуть-чуть? Вот, отлично. И здесь тоже немножечко попрыгаем. Вот так, еще прыжок. Ох, давай, молодец. А вот, ребята, и шипы. Так, как же нам подобрать все золото? Ребята, посмотрите, какие красивенные монеты. Ого, ничего себе, вот это скорость. Так. Двигаемся дальше, посмотрим, что нас ждет дальше. А вот и золото, отлично. Фух, ребята, мы выбрались из ущелья. Ой, осторожней. Ого, ой-ой. Как же здесь страшно. Осторожней, Лео. Молодец. Давай-давай. Вот и золото наше. Да, какие же здесь опасные мельницы с шипами. Так, вот наши весы. Ой, еще раз гонимся. Давай-давай, Лео, надувайся. Вот, отлично. Еще прыжочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Вот так, ой. Давай-давай-давай, двигайся-двигайся. Давай-давай. Да, ребята, совсем нелегко спасать золото. Вот, отлично. И сейчас будем перепрыгивать. Вот так, молодец. Ой, осторожней. Ого, ребята, как много здесь шипов. Но наш Лео отлично справился. И снова мы в подземелье, ребята. Ой-ой-ой. Давай-давай, Лео. Здесь даже есть маленькие подсказки. Будем двигаться по подсказочкам. Вот так, отлично. Ой-ой. Надувайся, надувайся, давай. Молодец, так осторожно, здесь шипы. Собираем золото. И плавно спускаемся вниз. Ой-ой-ой, вот так, отлично. Ой, ребята, мне кажется, или мы здесь уже были? По-моему, что-то похожее. Ой, как бы нам не упасть. Ой-ой, ну как же здесь, ребята? Кстати, ребята, а вы уже играете в эту игру? Если да, ставьте лайк. Вот у нас получилось, отлично. Соберем наше золото и двигаемся дальше. Здесь спустимся вниз. Давай, Лео, спускайся вниз. Вот, отлично. Прыжок.
здесь через верх. Вот так, летим, летим, летим. Вот, молодцы. Вот так. Вот это прыжки. Ребята, мне кажется, здесь очень жарко в этом подземелье. Нужно выбираться поскорее вверх. Итак, ребята, мы перешли на третий эпизод. Но что будет дальше? Обязательно, ребята, смотрите в следующей серии. И если вам понравилось это видео, поставьте свой лайк, пишите свои комментарии и не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!